Пока мы путешествовали по морям, с нашими дамами в доме Фёклы произошли таинственные события, о которых я не могу не рассказать. Но обо всем по порядку. С момента, как была похищена Лиза, прошло несколько месяцев. Поскольку от нас никаких вестей не поступало, девушки пребывали в полном неведении. Зато они стали замечать странные вещи, которые, на первый взгляд, ничего особенного из себя не представляли. К ним пришла молодая мулатка. Представилось, что ее прислал господин Самойлов. На все вопросы она отвечала, что ничего не знает, что ее купили на невольничьем рынке и просили помогать в качестве горничной. Но где и как это произошло, она предпочитала говорить уклончиво, мисс, что только разжигало интерес наших дам. Все в порядке? Я могу пройти? Посмотри, как кто пришел. Припозднился я сегодня. И где ж ты шлялся? Не смей мне так говорить. Не ори на меня. Я пьян, видишь? И чувствую себя неважно. Похоже, перебрал. Ну так сам виноват. Нечего гулять по ночам. Похоже, меня отравили. Допрыгался старый ловелас. О, я умираю. Так тебе и надо. Мама, папа откинулся. О, какой ужас, но ему так лучше. На, выпей за упокой его души. Что-то и мне плохо. Похоже, я тоже помираю. Куда же вы, мисс? Представление не кончилось. Самое интересное впереди. Ошибаетесь. Самое интересное кончилось. Вы уверены? Да, абсолютно. Ну что ж, тогда всем пока. Пока, пока, пока. Пока. Придурок. Туда.
Что-то случилось? Уж не знаю. Но, по-моему, меня того. Ага. Anything else? Что-нибудь еще? No, thanks. Нет, спасибо. Следят за мной, в общем. Припомнят все мои грехи. В тюрьму меня или на каторгу. Да бог с тобой, какая каторга? Да какая-какая? Такая. Мы как из дома вышли, сразу эти крысы носом за мной повели. И следят, ни на шаг не отступают. Так, может, показалось? Ну, какое показалось? Мы еле ноги унесли от этих бандитов. А, вон они. Стоят, не стесняются. Ты чего задумала? Надо бежать отсюда. Куда? Не знаю, куда надо бежать и все. А это что? Карделина. Что? Это самая дорогая вещь моему сердцу. Ну, послушай, если бы они хотели тебя арестовать, зачем им следить за тобой? Ну, право, я-то откуда знаю? Вот, значит, ты им не нужна. Ага, а кто? Вспомни, как пропала Лиза. Ведь это произошло не случайно. Значит, она кому-то понадобилась. А теперь понадобилась я. Да если бы ты им понадобилась, тебе б мешок на голову и в повозку. Им нужно совсем другое. Господи, я и думать об этом не хочу. Ой, да дело не в тебе. А в ком? Не знаю, как это у брата получилось. Но когда он вызволял нас из ссылки, он откопал клад одного тайного общества. Но, скорее всего, эти люди следят за домом, думая, что рано или поздно брат вернется. Подожди, так это не за братом, что ли? Уверена. Слава богу. То есть я хотела сказать, какой ужас. Это все? Yes. Да. Well, отлично. Переезд отменяется. Этому-то что здесь надо? Может, он с ними заодно? Да, надо бежать отсюда. Ищите кого-нибудь, сэр? Простите, могу я чем-нибудь помочь? Да, сэр. Молодая леди потеряла это, когда ходила по рынку. Дайте-ка взглянуть. Пожалуйста. О, я передам его хозяйке. Так вы с ней знакомы? О, да, кто же ее не знает? Ее зовут... Мисс Абигель. Точно. Все время забываю ее имя. Абигель, конечно. Абигель Рейвуд. Именно, Абигель Рейвуд. А вы откуда ее знаете? О, это длинная история. Видите ли, она так часто ходит за покупками, что невольно начинаешь запоминать тех, кого видишь почти каждый день. А потом этот дом, он раньше принадлежал моему знакомому, но он разорился, и дом продали. Вы уж передайте ей это украшение, если увидите. Пожалуйста. Передам непременно. Вот уж спасибо. Всего наилучшего, сэр. Если ты считаешь, что я опасна для тебя и твоего дома, то... То что? Ты уйдешь? Соберешь свои вещи и за дверь? Я хотела сказать... Не надо говорить глупостей. Стоят, голубчики. Может, мне выйти и поговорить с ними? И что? Что ты им скажешь? С меня хватит и одной проблемы. Thank you.
Ну что? Да ничего. И что, никто не приходил? Да, приходил здесь один кукольник. Кукольник? Ну да, наша юная леди потеряла медальон, вот он его и нашел. Это тот, что представление устраивает на рыночной площади. Ну я, значит, ему навешал лапши на уши, он мне его и отдал. Покажи-ка. Пойдем. Что-то с трудом верится, что этот бродяга будет возвращать просто так найденный медальон. На, смотри. Дай-ка мне нож. Дьявол, вот дрянь. На черта ты ее открыл? Кто ж знал, что здесь такая хрень? Запах-то еще какой. Если они этим пудрятся, не хотел бы я быть женщиной. Можно подумать, что тебе предлагают. Что предлагают? Быть женщиной. Зачем? Что зачем? Ладно, забудь. Господи, что это? О, господи, это же ведьма. Ты чего орешь? Какая ведьма? Ты что, малыш, умом тронулся? Всех ведьм давно сожгла Святая Инквизиция. Мне еще дед рассказывал, что последний суд был в 1689 году. И с тех пор, как сожгли Агнес Кэролайн, вместе со всеми ее детьми, больше никого из их темного племени не осталось. Какой-то шум. И тебе послышалось? А еще крики какие-то. Ой. Мэгги, а ты слышала что-нибудь ночью? М? Все время забываю, что она не понимает по-русски. Мэгги, Мэгги, ты слышала что-нибудь сегодня ночью? Ночью? Yes. Да. No, miss. Нет, мисс. По ночам я обычно сплю. Я все забываю у тебя спросить. Как ты оказалась на свободе? Я убила своего хозяина, мисс. О, что-то мне уже тошно сидеть тут в четырех стенах. Фу, пойду пройдусь. Наверняка уже на рынке знают, что там случилось. А может, вместе? А то от Ивана ни ответа, ни привета. Лиза пропала ни слуху, ни духу. Не по себе мне одной. Ой, не по себе ей. Если эти типы следят за моим домом из-за твоего братца, тебе лучше сидеть здесь и носа наружу не казать. Потому что как только они узнают, что здесь сестричка того, кто выкрал их золотишко, они тут же тебя упрячут в мешок и увезут, куда глаза глядят. А держать буду тебя до тех пор, пока им это золото не вернут. Эй, мисс! Мисс! Не хотите узнать свое будущее? Я не верю в предсказания. Одну минуту. Обернитесь. А сейчас?
Я думаю, вам лучше скрыться. Паренек, видишь это письмо? Передай его вот той леди. Хорошо? Мисс, мисс, это вам. Так мы и сидели, глаз не спускали с ее дома. Только вот потом началось. Я отродясь такого не видел, чтобы привидение над домом носилось, да в окна заглядывало. Так, хватит нести всякую чушь. Какое к черту привидение? В белом одеянии, голова как у скелета. К тому же еще летает. Да еще с таким свистом. Значит так. Если я еще раз услышу слово «привидение», то со свистом полетит кто-то из вас. Вояки. Кстати, что передал этот кукольник? Медальон. И где он сейчас? Так он... это... мы оставили его там. Было темно, мы боялись потерять. Ну и оставили его. И пошли ловить... Кого? Привидение. Кого? Привидение. Я предупреждала насчет привидения? Предупреждала. Значит, без обид? Без обид. Вот и отлично. Это была ошибка. Ах, ошибка. Больше никаких привидений. Можно я дальше сам? Что уставился? Пойдем. Покажешь, где вас так пробрало. Да, миледи. Это опиум. Тут не только привидение привидится. Хорошо. Давай-ка навестим этого кукольника. Ваша милость, она снова исчезла прямо посреди улицы. Кто исчез? Опять привидение? Молодая хозяйка, мисс Абигаль Рейвуд. Идиот. Все-таки ты придурок. На себя посмотри. Заткнись. Погодите-ка. Сдается мне, что это неспроста. Во всем этом явно замешан кукольник. Мама, папа откинулся. О, какой ужас, но ему так лучше. На, выпей за упокой его души. Что-то и мне плохо. Похоже, я тоже помираю. Да хватайте же его, придурки. О,
Господи, за что ты наградил меня такими болванами? Что это? Тупицы. Кретин. Простите, мисс. Я писал вам. Так это были вы? Мы могли бы поговорить внутри. Входите. Видите ли, мисс? Этот дом принадлежал ранее одному из моих родственников. Какой сюрприз. Не хотите присесть? Пожалуйста. Чай? Нет, спасибо. Знаете, с того момента, как я принял сан, я не бывал в родных краях. Если вы позволите, я бы хотел провести здесь несколько дней в молитвах. У меня небольшой дом, сэр. Простите, ваше преподобие. И здесь живут одни дамы. Я не буду вас смущать, мисс. Речь идет только о посещении часовни, что пристроена к вашему дому. Право, я не знаю. И сколько времени вы планируете? Двух ночей будет довольно. Ночей? Именно ночей, мисс. Речь идет о всеночной молитве за упокой души моего предка. Я даже не знаю. Наверное, это возможно, я полагаю. Вот ключ от часовни. Благодарю вас, мисс. До свидания. До свидания. Ты согласилась? Так он будет только в часовне. А если это не священник? Слушай, ну дом-то заперт. Ладно, у меня переночуешь в комнате. Подозрительный тип. И не перекрестился ни разу. Остаетесь караулить оба. И если завтра кто-нибудь опять будет летать, или что-то в этом духе? Забавно. Это еще кто? У них в доме кто-то умер? Действительно странно. Заткнись. Очень интересно. Как пробьет три, я тебя сменю. Смотри, я пошел спать. Хорошо. Как пробьет три, как пробьет три. Кто там на этот раз?
похоже, никого. Видать, ему сегодня не спится. Не пугайтесь, мисс. Все мужики трусы. Мисс, похоже, вам письмо. Не пугайтесь, за домом следят. Будьте у калитки завтра ночью в полночь. Я за вами приеду. Ван Говер. Жив? Кто жив? Брат! Отлично. Просто замечательно. Он за нами приедет. Смею спросить. А вот это вот все, мне куда девать? Мне это что, с собой, что ли, брать? Да не волнуйся, брат обязательно что-нибудь придумает. О, мне это нравится, он придумает. Ага, конечно, и распорядится, кем-нибудь и где мне жить. В твоем положении я бы не оставалась здесь. Господи, боже мой, вот жила же я спокойно, никого не трогала, и вот на тебе, пожалуйста. Ну, насколько я знаю, что если бы не Иван, тебе бы в лучшем случае сейчас на каторге гнить, а не жить в этом уютном доме. Ой, как мы заговорили. Послушай. Послушай, поверь мне, я не меньше тебя хочу, чтобы все закончилось хорошо. И если брат здесь, он разрешит все наилучшим образом. Господи, как мне все это надоело. Все эти ваши братья, фокусники, священники. Эти два придурка чего только стоят. Конец света наступил. Доброе утро, миледи. Ну, что произошло на этот раз? Ваша милость, я такого отродясь не видел. Сначала будто дверь заскрипела, а потом я обратно повернулся, а там... Там это привидение. Хватит об этом. Короче, вы сами посмотрите, как назвать, потом и скажете. Опять? Хорошо. Ну и что случилось? Болваны. Это всего лишь фокус. Ладно, шутки в сторону. Пошли. Да хорош тебе. Мисс, к вам кто-то идет. Прочь с дороги. Проверьте часовню. Я долго ждала, но у всего есть предел, даже у моего терпения.
Письмо, миледи. Посмотрим. Полночь. Прекрасно. Вы не будете против, если мы подождем этого господина здесь? Ну что опять? Привидение? Жди здесь. Черт. Я позвал его, а он стоит и не двигается. Господи. Теперь понятно, где он прятал золото. Добро пожаловать, господин Ван Гувер. Ну что, я надеюсь, вы не играли в свои игры. Пора вернуть золото. Предлагаете начать переговоры? В этом доме есть вино? Какие же переговоры без хорошей выпивки? Верно? Что ж, видимо, договориться без шума у нас с вами не получится. Хорошо. Хорошо. Ваша взяла. Золото где? В карете. Неужели? Странно, что мы об этом раньше не догадались. Пожалуйста. Да. А вчера мне казалось, это почти невозможно. Главное верить в то, что делаешь. В самом деле? Безусловно. Эй, вы! Попались, голубчики? Ну-ка, посторонись-ка. Мы давно следим за тобой. Взять его.
Она вид как настоящая. Позвольте, лейтенант. Что происходит? Что происходит? А то происходит, что сегодня я наконец арестовал знаменитого на всю Англию фальшивого монетчика. А ты кто такая, дорогуша? Ну-ка, взять ее. Одну минуту, сэр. Вы ошибаетесь. Мы здесь случайно. Мы просто наблюдали, как этот господин грузил вещи. Просто наблюдали. Просто наблюдали. Ну, хорошо. За это мы не арестовываем. А ну прочь, куда лезешь? Этих тоже в карету. Давайте, давайте, пошевеливайтесь. Быстрее. А ну-ка, отпусти их. Убери руки. Отпусти меня. Ты придурок. Я убью тебя. Сукин сын. Вот они. Арестовать. Арестовать? За что? Шутите, изволите, за что? Обыскать их. А, ну вот. За что? Вы обвиняетесь в забывании фальшивых денег. Вашу шпагу, мисс. Он действительно ловкач. Кажется, все закончилось, господа. Ну, как все прошло? Как мы и предполагали. А что наша красавица? Заглотила наживку сразу. А сейчас я думаю, что она уже за решеткой. Главное, теперь масоны уверены, что их золото он лечит. Спасибо, друзья мои. Без вас я не справился бы. Вы позволите? Прошу. Сударыня, любой сочтет за счастье быть подле вас. Но с момента, как волны вынесли меня на берег моря, я дал себе зарок, что эти господа будут мне братьями. Я должен покинуть вас. Я рада видеть вас живым. Я, наверное, должна была мечтать о таком, как вы. Но тоже не могу предать человека, который спас мне жизнь. Честь имею. Прощайте. Прощайте. Простите, что причиняла вам боль. Я, наверное, сама не знала, чего хотела. Я готова ехать с вами. Не забудь, Джо. Здесь и моя доля тоже. Вот уж нет. Так мы распрощались с нашими пиратами. Расстались мы и с Ванговером, и Фёклой. Они отказались вернуться в Россию, где их свобода не была гарантирована.
Я же возвращался домой вместе с моей любимой Элизой, которые стойко перенесли все злоключения, выпавшие на их долю. Лахов ехал домой, как и я, обретя ту единственную любовь, которую Господь посылает каждому смертному. –